Ты все на карту копишь. Первая карта, скажу я вам. Нормально. Блять. Она тесная. В центре пещеры Люфина находится. Да. Это пиздец. Если перка на это... Как его перк называется-то? Короче, который выживет, видит. Ну да. Да, это говно, если что. Ну вот на этой же карте я и попал. Он просто с другого конца добежал до ворот. Рядом со мной. Так что включайте генераторы. Ага. Сашеньку там навернул. Надеюсь, он мимо пробежит. Да. Ой, Сашки, сейчас тебя спасать пойду. Ты спасай. Сейчас, смотри, на спринте, на спринте, на спринте просто. А он успеет меня ударить. Смотри, что творит. Сейчас точно. Все, давай, более одаренный должен победить. Дайте я на бесшумный поставлю. А, блин. Я сейчас ручками буду махать, он же вниз ушел. Идет прям к вам. Может, отвлечь? Уже отвлекли. Зря отвлек. Ну в этот раз он, короче, своего не упустит, я так понял. Блять, он меня через забор ударил. Вот меня бесит эта хуйня. Все, аривидерчи, я пошел курить. Вигл, 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 вигл. А ты еще можешь сопротивляться. А. Ну слишком близко. Как в Mortal Kombat, блядь. Кемпер санный, кемпер санный. Кемпер и сыкло. Ну все, в этот раз он меня повесит и уже никуда не денется. Оп. Я пожертвую с тобой перками. Придется убежать на другой конец карты. Пусть тут воздействие. Ты хочешь меня полечить? Давай сделаем сюда, прямо это здесь. Сюда идем, давай это делаем немножко. Давай, давай, давай. Ревновать. Только бежать. Ревновать начну. Да, это добавит остроты. Остро. Да, да. Блин, вы не спешите, вы не спешите. Я помру. Потеряю первый. Давай, давай присоединяйся. О, да. Кого, кто следующий? Супер. Классно. Выглядит оно на тебе шикарно. Ну чё? Он рядом? Он сзади тебя. Продолжаю почистить. Ой, простите. Это что это было? Отлично. На себя отвлекла. Интересно, он меня ударил, конечно. Сквозь текстуры как-то. Блять!
Очень неудобно. А все, ты уже не слезешь, да? Тебя уже не спасти. Ну да. Бросай добычу, лох. Бросай. Ой, как он тебя понес, конечно. Да. What? What? А как это так получилось? Ребята, я у него на плече вижу. Ребят. А, забагался ты, да? Место занято у него, короче, уже на плече. Все, он тебя убил. Всем привет, кто только что подсоединился к моей трансляции, с вами Cold Mike, мы играем в Dead by Daylight в ранговые игры. Со мной играет Адепт, Кира и... It's time to erotic. Мне страшно, я тут что-то бегаю. Меня никто не лечит. Я у генератора около. Фак, это у меня лагает рядом. Я чиню генератор около эскалатора. Если есть кто-то с большими такими лапами. Кто-нибудь есть там? Я бегу. Давай я туда. Бегу. Тут генератор, а потом пойдем спасать Киру. Ну такой, с руками. Дело в том, что мне очень страшно спасать ее, потому что уже если меня он насадит, я уже все. Ну тогда полечи меня, я это сделаю. Да где ты, елки? Где? Ну около эскалатора такой с лапами. Блять, так близко. Лапа одна такая. Я недалеко от нее, вот генератор поднимаю. Ну он рядом бегает. Все, мы понял, сейчас спасем. Я подошел. Давай. Нет. Вот он. Давай, лечи. Сзади. Он здесь прям где. Да, он потому что сыт. Он здесь. Заебись, я застрял. Я застрял. Я не мог бежать. Я в генераторе застрял. Я иду ее снимать. Давай, 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 у меня. Он сюда идет. Он обратно идет. Иди поднимай. Да. Хрен тебе за лупа. Но у него только один перк. Так а что? Почему я его не вижу? Я его не вижу просто вообще. Йок, давай уходи. Все. Вообще, какой-то он лагающий, пиздец. У него ни анимация, ничего не работает на нем. Кто-то далек сможет доползти. А я не знаю, кто не сможет спасти. Не знаю, я пошел курить. Если только извините, в доме. Рачина, но я мансить вообще ненавижу. Если повезет, то любой в доме. Или у автобусов. Если у автобусов, я скорее всего труп. Ну что, делаем ставки? У автобуса или в доме? Не знаю. Да по прямой вот к автобусу ползи, он по идее должен где-то рядом. Либо в доме появится. В доме, вот на этом холме может быть. Дом на холме? Где это? Вот холм перед тобой. Это холм? Аптека лежит, прикинь. А я встать не могу. Попадало. Кир, ползи к автобусу. Вот тебе нужно, да, вот так и потом чуть левее взять. Может быть будет автобус, я не знаю. Либо в доме, либо автобус, а без двух. О, я нашла люк. Да ладно, где? О, я понял. Так, я на него. Поверни камеру дверей.
Левее камеру поверни. Поезд нужен. Мне тогда нужно как-то попасться ему, чтобы быстрее умереть. Иначе у тебя будет мало времени. Ну вот он. Где-то недалеко от меня, если он не найдет сейчас. Не, Кира сможет сбежать, у него намного больше очков жизни. Ну вот надо, чтобы он меня убил. Вы помните, какая там песня в Титанике была? Я просто не помню. А, я все вспомнил. Мотив забыл. Сейчас бы вам перк, но... Ты должна, наверное, выжить. Поднимаешь. Я приполз к тебе. Нет, нет. Я открою люк. Своей кровью. Затоплю просто замок. Он сюда идет. Давай. Уходи. Я еще очки вывез, прикинь. Я еще на четвертую каплю вывез. Ага, не могу. Короче, мне еще одна капля осталась. Да вообще-то до насрать, что сдох. Вообще пофиг. 13 кусков. Отлично. Это 10-й уровень, маньяк. Интересная игра была. Продолжаем.